16-летний воспитанник Академии футбольного клуба «Ростов» отправился на сборы в Испанию с основной командой. Валерий Георгиевич Карпин решил проверить готовность парня к взрослому футболу. На Sports.ru написали о Даниле Светлове целую заметку. Давайте же знакомиться. Клокотамус представляет. Данила Светлов – ростовский пацан Сельмаша. Рос без родителей. Воспитывался бабушкой и дедушкой. Мать – успешная модель, жила и работала в Европе. И забеременела в самый неподходящий для ее карьеры момент. Поэтому скрыла этот факт от всех. Вернулась в Ростов, родила и, оставив ребенка своим родителям, отправилась продолжать модельный бизнес в Европу. Спустя 3 года она погибла при странных обстоятельствах. Но по неофициальным данным, это было связано с передозировкой наркотиками, когда карьера пошла под откос. Данилу бабушка с дедушкой просто обожали. Дед всегда хотел сына и поэтому учил его с детства быть сильным и самостоятельным. Он ходил в 21-ю школу по адресу улица Мира 6. С семьей и друзьями они часто ходили на Олимп-2 болеть за любимый Сельмаш. Старались не пропускать домашние игры. И несмотря на то, что всегда было рядом много футбола, Данила больше любил автомобили. А спортом занимался так, для себя, больше играя с друзьями во все подряд. Но когда Ростов попал в Еврокубки, когда в декабре 2016 года он увидел, что Ростов играет против Баварии и побеждает на глазах у переполненного стадиона чемпионов Германии со счетом 3-2, он влюбился в футбол раз и навсегда. И уже на следующий день умолял деда записать его на просмотр в Академию футбольного клуба Ростов. Тренеры всегда отмечали его технику, нацеленность на ворота и желание бить из любой точки на поле. И вот в возрасте 16 лет Валерий Георгиевич Карпин взял его с основной командой на сборы в Испанию. У Данилы Светлова было игровое время на поле в отчетных матчах, и он даже смог забить несколько голов. Тренерский штаб отмечал его универсальность. Данила бил с двух ног, боролся за верховые мячи и часто одерживал верх в этих дуэлях. В ростовских пабликах и СМИ писали о том, что он очень хорош и в будущем может представлять не только основу Ростова, но и сборную нашей страны. Валерий Карпин в интервью отметил, что Данила Светлов может и должен прогрессировать, ведь есть все задатки. Главное, чтобы продолжал пахать на тренировках и ему не мешали травмы. Но в начале сезона Данил Светлов смотрел матчи только лишь со скамейки запасных и ни разу не появился на поле. Понимая, что Данила проигрывает конкуренцию, ему начали искать клуб, в котором он бы смог набраться необходимого опыта. Очень быстро нашлось 2 варианта из ФНЛ – Крылья Советов и Красноярский Енисей. И Данила Светлов выбрал Енисей, так как шансов оказаться в основе этого клуба было больше. И в последние часы трансферного окна Данила стал игроком Енисея. Номер 87 Данила решил взять просто так, по фану. Ведь это было довольно популярное число. С этим номером на спине играли Алонсо Торрес, Рикардо Карлос, да и популярный ростовский блогер Клокотамус, с которым Данила был лично знаком, тоже обожает эту цифру. Первый матч ФНЛ в гостях против молодого московского клуба «Велес». К сожалению для них и к счастью для Енисея, это была довольно легкая победа. Сначала Светлов отдал предголевой пас на фланг, а уже во втором тайме отмечал свой первый забитый гол в ФНЛ. В следующем матче Данила Светлов забил потрясающий по красоте мяч головой в падении, выскочив из-за спин защитников брянского «Динамо». Второй гол был забит также под копирку на вес фланга, и снова гол, забитый головой в ближний угол. Как приятно, когда тебе доверяет тренер. В третьем матче подряд, после изнурительного перелета из Красноярска в Ростовскую область, забивает Данила Светлов и становится игроком месяца ФНЛ. И в следующем месяце снова Светлов заявил о себе как о лучшем футболисте не только Енисея, но и всей лиги. Еще бы, он забивал много и часто самых неочевидных позиций и острых углов. Но постепенно к его манере игры привыкли и его результативность спала, но оставалась на топовом уровне. Какое-то время Енисей шел на первом месте в лиге, но в середине сезона наметился явный спад, и команда пропустила вперед Крылья Советов и Чайку, сильно отстав от лидеров. При этом Данила Светлов забил 24 гола и стал лучшим бомбардиром чемпионата. И да, начал экспериментировать с цветом волос. Его гол был признан лучшим в сезоне. Тот самый гол, когда он зарядил пушку с 30 метров. Вернувшись в Ростов в статусе капитального красавчика, 17-летний Данила Светлов заслужил место в основе родного для него ФК Ростов. Ставьте лайки, продолжение следует.